закрывать. Полночи он шляется. Спит до обеда. Где ты шлялся всю ночь? А? Я с кем разговариваю? Лазил. Что? Просто лазил. Ты что, таракан? Лазил он. Я должна знать, где ты лазишь. Я тебе говорил, ты должен мне рассказывать. Я обязана знать. Слушай, не ори, у меня голова болит. Ничего. Голова у него болит. Голова. Было почему болеть. Сволочь такая. Слушай, ты там давай... Что они? Дай пожрать! О, конечно. Мать существует, чтобы жрать ему давать. Вот тебе жрать. Не заработал. Жрать ему давать. Жрать, спать, спать, жрать. Вот жизнь хорошая. Мне б такую. На, нате, ваше высочество. Кушайте. Хлеб сам себе нарежешь. Не маленький. Ну и что ты мне навалила? Еду. Какую еду? Че ты мне гречку одну навалила? Дай мясо. Не заработал на мясо. Мясо что? Ему подавай. То. На, вот тебе мясо. Ешь. Больная, что ли? Больная. Гречки ему мало. Мясо ему подавай. Ты почему за квартиру не заплатил? Квартиру? Да. Ты вот этот гадюшник свой называешь квартирой? Да. Это крыша над твоей головой. Я 16 лет работаю. 16 лет. Да толку? Толку-то, что ты работаешь? Толку? Если бы твой отец не пил, был бы жив, было бы очень хорошо. А если бы ты еще работал, было бы еще лучше. О, еще один нарисовался. Почему ты не здороваешься? Иди сюда, мама сказала. Иди сюда, я сказала. Давай-давай, быстрее. Что это? Что это? С кем ты уже подрался? Сколько можно? Сколько можно? Я понимаю, он тунеядец и алкоголик, но он умеет за себя постоять. Иди, иди посмотри, иди посмотри на него. Господи, за что меня Бог наказал с такими детьми? Что? Что я ему сделала? Так, собирайся. Что я ему сделала? Куда ты собираешься? Куда ты его толкаешь? А? Жизни куда? Его учить! Какой жизни ты можешь научить а его? А ты какой жизни его можешь я? Научить? Ты! Чему ты его научишь? Сволочь такая! Никита! 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 Пожалуйста, не уходи, сынок! Никита! Никита, не уходи, сынок! Останься дома! Я тебя постой умоляю! Тут. Никита! Никита, не уходи! Никита, не уходи, солнышко мое! Мама больше никогда не будет... Увеличать на тебя. Идем домой, ладно? Идем, идем домой. Идем. Никит! Никита, не трогай его! Не трогай его, сволочь, что ты делаешь? Я ненавижу тебя, ты понял? Я ненавижу тебя! Я тебя обожаю! До свидос! Никита, не слушай его, пожалуйста, Никита! Что? Вообще детей нет. Ты на них кричишь и кричишь. Это не твое дело. Закрой дверь за собой. Самая умная нашлась. Такие мальчики хорошие. Вить. Что? Мама правда так думает? Как? Что мы ей не нужны. Правда. Никому мы нахрен не нужны. А тебе? Что мне? Тебе нужен? Нужен! Как на жопе волос. А куда мы идем? Куда надо, туда идем. В школу. К ним домой? Нет, не к ним домой, ты достал. Ну прости. Прости. Что прости? Что прости? Что ты мямля такая? Ну ты что, не мог им в ответку дать? Нет. Что? 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 Ты хочешь, чтобы тебя все время так били? Ну у меня же ты есть. Я есть? Я тебе что, нянька? Так бей!
Сильнее бей! Давай, вот сюда, бей, сюда! Давай, сильно бей, ну! Не могу. Что не могу? Человека ударить не могу. Понятно. Пошли, из тебя сейчас человека будем делать. Спасибо. Пожалуйста. Хорошо играешь. Ну а что? Слышь, деньги на место положи. Чё, глаза-то сильно, а? Ты что? Да сиди. Ну всё-таки, Вить, куда мы идём? Куда надо идём. Сейчас увидишь, не ссы. О! На, держи, идем. Привет! Ха-ха. Твоя собака? О, ты хороший, какой бодрый. А ну дай лапу. Ух ты, дает. Это ж надо. Слушай, а давай мы с твоей собакой погуляем сейчас? Ну с братом мы гуляем, я погуляю с твоей собакой. Хочу с твоей псинкой погулять. Да я возьму погуляю. Да я погуляю. Я возьму и погуляю. Собака. Я верну тебя. Она через часик верну. Гуляет. Стой тут, я тебе верну. Да дай сюда. Да дай сюда. Ты чего? Дай сюда, я сказал. Да сюда. Что ты делаешь? Грэд, это моя. Отдай мою собаку. Ты что? Грэд, да. Че ты там встал? Пошли. Да что? Ну куда мы идем? Зачем мы сюда пришли? Давай, бей ее! Что? Бей ногой, давай! Бей не рукой! Буду. Давай, давай! Не давай, буду что бить. Ты мямля такая! Давай, нет, бей уже! Не буду. Да бей, не ссы! Ей не больно, не давай! Да будь же ты мужиком! Не буду, что нет. Ты тряпка такая? Ты думаешь, что тебя все время вот так вот будут бить всегда в школе, да? Давай, не бей буду, ее! Не что ссы. Вы делаете? Пошла вон отсюда! Папа, папа, там собаку обижают! Или я тебя сейчас бах. Давай, я давай буду, ее нет, бей, нет. Бей собаку. Ногой. Нет. Давай, не бойся, не нет. Бойся, бей. Я бей, не говорю. Бить. Бей. Нет. Давай. Нет, давай, не тряпка. Нет, нет, ну? Я тебе говорю, не бей. Нет. Бей, я нет, сказал. Бей. Я не буду ее бить. Так, давай, иди сюда. Бей, бей, давай. Нет. Давай, бей. Бей давай ногой! Да бей, не ссы! Давай! Давай, да что ты хлюпик такой? Эй! Перестань мучить животное! Слышь, мужик! Вали отсюда, пока кости целы! Ты у нас герой, да? Учишь пацана, кто сильнее, тот прав? Это мой брат. Мы здесь сами разберемся. Брат? Постой здесь, ладно? Слышь, брат? А чему ты его учишь? Что бить собаку-то хорошо? Слышь, хорош бухтеть. Тихо! Пусти! Тихо, я сказал! Тихо! Ты вообще знаешь, где мы находимся? Театр какой-то заброшенный. Отпусти! Правильно, театр! Пусти! Раньше здесь выступали хорошие люди, артисты. А ты даже не клоун, жалкое подобие обезьян. Слушай, мужик, ты не перегибай. Слышишь? А хочешь знать, что будет дальше? Дальше здесь появится хозяин и построит здесь отель. Ему понадобится сторож. И он возьмет тебя на поводок. И ты будешь перед ним вилять хвостом и лизать ему сапоги. А твоим начальником будет твой брат. Потому что ученики всегда превосходят своих учителей в деле деградации и падения. Ты этого хочешь? Слушай, ты думаешь, мне это нравится? Ты думаешь, я кайф от этого получаю? Вот, смотри, ему вчера в школе навешали. А завтра что? Его все время будут бить, да? Хорошо, красиво у тебя про театр. А если твою дочку кто-то завтра отметелит, тоже про театр расскажешь, да? Лучше пусть он бьет собаку, чем кто-то бьет его. На остальное мне плевать. Мне не плевать. Подумай. Thank you.
ее забрали, унесло. Греточка, родная моя, Грета, солнце, Греточка, тебя что, били? Я не виновата, не виновата, солнышко мое. Это моя собака, понимаете? Никита, Никита, я здесь! Никита, я пришла! Прости меня! Прости, мама больше не будет! Она больше так не будет! Никита, мой мальчик! Никитушка! Никита! Никита, мама больше не будет! Сынок! Никита! Никитушка, мальчик! Никитушка, Никита! Никита, мама больше не будет! Никита, Никита, мама здесь! Я здесь! Никита! Мам! Сынок! Мам! Мам! Никита! Никита, сынок! Сынок! Ой, мальчик, боже, что они с тобой сделали? Ну, не плачу, я Никитушка. Где Витька? Что он с тобой сделал? Все нормально, да? Прости меня, пожалуйста, я больше не буду. Идем домой, а? Мой хороший. Где он? Куда он тебя вел, а? Все нормально, да? Он тебя не бил, нет?